Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Беляева 2Б. Давайте смотреть ассортимент и новинки. Набор для вязания шарфа. Пряжа 100 грамм и спицы. Внутри еще есть спицы. 149 рублей. И смотрите, сколько разных расцветок. Вы только посмотрите. И фиолетовая, и голубая, и серая, и желтая, и бежевая. Даже спицы есть. Напишите, как у вас погода, в каком регионе живете, какая погода. У нас холодно, ледяной ветер, снега выпало очень-очень мало, боимся, что у нас все вымерзнет. Не знаю, что выйдет из этого. Сначала думала, сопреют, а накрыли рано, а теперь думаю, что все на огороде вымерзнет. Такое лирическое отступление, наболевшее. А вы посмотрите, какие женские шарфы нам привезли. Какие красивые, с подсолнухами. С такой, с кистями. На ощупь, конечно, как синтетика. Ну, я не знаю. Полиэстер 100%. Вот размер не написан. Он довольно-таки большой. А здесь, наверное, размер нет. Видите, размер не указан. А вот, 1,80 м на 70 см. Вы посмотрите. Какие расцветки есть. С подсолнухами тоже, с кошечками. Вот синий. Очень красивые. 399 рублей. И такие шарфы вязаные. Они такие, как в кольце, кольцом связаны. Можно наматывать. Размер 56 на 28, 100% акрил, Россия, Московская область, Одинцовский район. Связал тоже разные расцветки, 299 рублей. А шапочки какие хорошенькие, вы только посмотрите, беленькая с помпоном. Внутри, смотрите, на подкладке, теплая. До этого я показывала варежки вам беленькие, да? Пушистые такие. Здесь, наверное, нет в этом магазине. И сколько расцветок, смотрите, разных. И связано по-другому, по-разному. Вот эти мне больше всех понравились, белые. 249 рублей. А эти немножко пухлявые, без помпона. Так. 56-60 размер, 100% акрил. И производитель Малокарачаевский район. Разные расцветки. Тоже 249. Так, пришли в хозяйственный отдел. Что это? Бумага для выпечки профессиональная. 40 метров на 38 сантиметров. Мне кажется, я хочу такую. Ах, она многократное использование. Биоразлагаемый материал, силиконизированная с двух сторон. Готовьте без масла и жира. Пойду спрошу, сколько стоит, ценника нет. Вот такая обычная как бы бумага. Я спросила, стоит 349 рублей. Вы представляете, насколько хватит? Надо взять такой. Как раз сегодня прям хотела посмотреть бумагу для выпечки. И вся бумага была такая, без смазки. Я не стала брать. А это, смотрю, силиконизированная. Хорошая. Набор колец для бисквита. Незаменимый помощник в создании ваших кулинарных шедевров. В наборе 3 штуки в виде цветочка. Вот так вот получается. Кольца помогут придать десертам идеальную ровную форму. И стоит 199 рублей. А эти какие красивые формы. Яркие такие. Розовые и сиреневые. Посмотрите, какая красота. 6 ячеек. 83 рубля. Формы для выпечки, вы посмотрите. Целый набор можно собрать.
овальная форма и такая круглая. А там еще есть прямоугольная. Это даже не форма, а миска жаропрочная, но тоже та же форма. 17 сантиметров, подходит для запекания блюд в духовке. 149 рублей. Еще это уже форма для выпечки, 30 на 21,5, 299 рублей. И та прямоугольная форма тоже 299 рублей. И какие интересные кружки. 350 миллилитров, изготовленные из керамики, 149 рублей. Чашка с блюдцем от Kitchen. Чайная. Очень тоненькая, тоненькая. Ручка тоненькая, сама тоже очень тоненькая. 249 рублей. А блюдце 13,5 сантиметров. Еще чашка с блюдцем. Тоже в красочной упаковке, в подарочной. 230 миллилитров. А здесь два вида. Вот такая. Еще есть блюдце к ним, к ней. И вот еще тоже с блюдцем. Тоже 230 миллилитров. 199 рублей. Блюдце 15 сантиметров. Изготовлено из керамики. Это еще не все. Вот еще чашка с блюдцем. 250 миллилитров. Очаровательный вязаный дизайн. Вот так чашка выглядит. И также к ней идет блюдце. Тоже 199 рублей. И вообще стеклянные кружки вот эти очень тонкие, изящные, 430 миллилитров, 149 рублей. Два варианта здесь. Только ручки цветом разные есть. Вон коричневого цвета. Разные. Вот еще один вариант кружек. 320 миллилитров тоже. Тоненькая-тоненькая. 124 рубля. Еще один вариант. Так, сколько это? 400 миллилитров. 149 рублей. Также есть зеленая ручка. Есть синяя. Тоненькие. Не знаю. Наверное, что-то пить. Только не горячее из них. Ну и чайнички заварочные тоже. 299 рублей, 0,7 литра. Также вон есть и зеленые ручки. Такие же тоненькие. Хотя, если заварочный чайник, да, то никак не может быть, чтобы не наливать кипяток. Поэтому и кружки, наверное, тоже для кипятка. А какой чай байховый, бергамот. 100 грамм, 59 рублей. Напишите, кто любит бергамот. Я люблю, но только, знаете, один раз попить. А потом обычный. Вот обычный индийский черный чай. Крупнолистовой. Дели. По-моему, 79 рублей. Натуральный 100%. Вот я говорю, бергамот, его вот, ну, вообще-то кто-то, может быть, и любит. А еще есть чабрец и мята. Байховый 59 рублей, 100 грамм. Тут вообще за так, не знаю, вкусно или нет. Напишите, кто брал. Вот три вида. Вот три вида. Есть такой же фирмы, только другая упаковка. Черный средний листовой 59 рублей. И черный байховый 59 рублей. Новогодние полотенца 199 рублей. 40 на 60. Двунитка. Это набор. Смотрите, какой. Из двух штук набор. Посмотрим, какие еще есть расцветки. Нет, все одинаковые. С этой стороны игрушки, с этой стороны вот такой, как веночек, что ли. Какой глиттер для лица и тела. Три штуки. И плюс база для глиттера. 199 рублей. Давайте посмотрим, какие еще здесь есть цвета. Вот еще с голубым есть, там с розовым, а здесь с голубым. Серебряный, золотой, голубой. А это с розовым. 199 рублей. Если что, он стоит здесь, вот прям на стойке. Если кто будет искать. А это презент, магнит от сглаза. Синий глаз.
не знаю, одинаковые. Но здесь вот разные. Такие я в Турцию когда летала, там на каждом шагу такие вот глаза. Тоже набрала разных. 59 рублей стоит. Это мои сегодняшние покупки. Сиф такой взяла и вот бумагу для выпечки. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.